leash. But... Всем привет! Где-то полгода назад я показывал вам новый лазерный принтер, который я купил в Риках. И за это время я распечатал на нем 1358 листов. И вот только вчера, 3 сентября, я его заправил. То есть мне вот этого родного картриджа, который идет в комплекте с принтером, рассчитан, который там где-то листов на 200, вот мне хватило на 1358. Ну, понятно, что я его перепрошивал раза 4, если не ошибаюсь. Ну, как его прошить, перепрограммировать, это очень легко и просто. Я показал вам на втором канале. Ну, ссылочка будет в описании под этим видео. Поэтому не буду на этом заостряться. Кому интересно, посмотрите. Ну, вчера я его заправил, распечатали уже листов, наверное, 40, и печатает очень отлично, даже, я бы сказал, лучше нового. Ну, вот эти листики уже напечатанные на после заправки. Заправлял я вот таким порошком, вроде как японский порошок, это тонер для Samsung. 85 грамм я купил за 200 рублей. То есть после заправки он распечатает у нас не меньше, а может быть даже и больше. Но даже если мы возьмем вот это число, то у нас получается 14 копеек расход на один листик, что, согласитесь, совсем даже недорого. Как я заправлял этот картридж, я не снимал, ну, я не вижу смысла. На YouTube есть очень хорошее видео, где... полностью пошагово все показано, очень даже подробно. Качество видео там, правда, не очень хорошее, но вполне все понятно, все видно и все очень хорошо разъяснено, потому что снимал профессионал по ремонту принтеров. Поэтому мне проще дать вам ссылку на то видео, посмотрите, ссылочка будет в описании. Ну, в принципе, все, я на этом с вами прощаюсь. Вот такое коротенькое видео. Заправляется картридж очень легко, печатает просто великолепно и совсем недорого. Всем пока, до новых встреч, увидимся.